День весны и труда, и День Победы – праздники, в которых принимает участие большая часть жителей. Поэтому вопросам безопасности уделено повышенное внимание. По словам губернатора Сергея Морозова, необходимо качественно отработать все организационные вопросы. На период майских выходных все экстренные оперативные службы и предприятия жизнеобеспечения региона будут работать в режиме повышенной готовности. Будут задействованы 2000 сотрудников Росгвардии и внутренних дел. Также патрулировать площади и парки будут 1300 народных дружинников. Кроме этого создан резерв сил и средств с необходимой экипировкой и служебным автотранспортом на непредвиденные случаи. При этом особое внимание необходимо обратить на инженерные обустройства маршрутов шествия 1 мая и бессмертного полка 9 мая в городе Ульяновске, а именно обеспечить ограждение с использованием переносных металлических турникетов, мест сбора колонн, шествий и мест их завершения. Для прохода граждан к месту сбора колонн шествий создать контрольно-пропускные пункты с использованием не менее 10 арочных металлодетекторов. Проводятся проверки и в учреждениях культуры, где в праздничные дни пройдут сотни концертов, выставок и уроков мужества. По информации профильного министра Евгении Сидоровой, все системы экстренного оповещения работают исправно. План предполагает не только мероприятия на открытых площадках, но и в учреждениях культуры. Поэтому в учреждениях будет организована проверка территории чердачных подвальных помещений на предмет отсутствия подозрительных предметов, свалок мусора и неиспользуемых автотранспортных средств. Перед проведением мероприятий с массовым пребыванием людей правоохранители со служебными собаками тщательно обследуют площадки. Аналогичная работа проводится в Димитровграде и в других районных центрах.